Всем здорово, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Альберта с ником I'm Good. И сегодня у нас роллинг, русский сервер, русский коллекционер. Находится он в гильдии Россия, ВК, БЗ Россия, БГ Всегда, факела 2045, WhatsApp на экране, кидайте заявочки, вступайте, первые места, битва гильдии, атака портов. Так, аккаунт у нас не донатный, вот так вот, без донатик, интересно, поехали посмотрим, что по героям у него творится. 77-93, Фоба, Королева, Командора, Окулист, Землеройка, ну, в принципе, не так уж и много, смотрите, какие герои есть, довольно-таки неплохие, но Землеройка надо, Окулист, Командора и Ассай плюс Фоба. Последние герои, в общем, у него недостающие. Так, 60 тысяч самоцветов. Вот такой вот коллекционер у нас. В принципе, прям такого чего-то сверхъестественного нету. Но попробуем выбить недостающих героев. Плюс трать с выгодой. Ну, честно говоря, оно такое себе, мне что-то не заходит. Не меняет его, это печально. Так. Окей, с этим разобрались. Поехали. Поехали, попробуем. Посмотрим, какие... О, у нас склад забит. Так, надо нам склад почистить. А то не выпадут лиги. Такс. Что тут у нас? Блин. Да ладно. Это же все можно открыть, пусть себе там валяется. Нам не мешает. Тем более увеличили количество. А, так, что у нас интересного есть? Ничего пока у нас такого мега-супер интересного нету. Окей, поехали. Потом посмотрим, как герои прокачаны на бездонате. Дед Мороз. Ну, здравствуй, Дед Мороз, одержимый. Тыковка. Что-то прям паладин. Профессор Риббит. Рыцарь. Прям мега-мега, знаете, мега такие герои падают. 10к просто вот в никуда. Все, без рейда здесь у нас не... обойтись. Фига себе у него противники. Ну, в принципе, на его силе, да. Донатики, донатики. Так, отлично. Поехали. Дракос. Блин, опять слотов не хватает. Походу, он эмблемы не делал, что ли. Купидон. В принципе, без донат. Без доната всегда такая. Вот так вот просто чик. И все, ребятушки. Землеройка у нас есть, ну что, поздравляю, первый недостающий, блин, и топовый герой для PvP локаций у тебя уже есть, я не смотрел, там у него по коробкам что-то есть интересного, мне нету, по талантикам, в принципе, СО есть, СО лопненько, ну как для бездона, посмотрите, таланты в загашнике тоже неплохие, отлично, поехали дальше. Видите, все-таки рейды, ребятушки, тащат. Триантик. Воу-воу, бог грома, Купидон. И за 150 кристаллический. Поехали опять в рейд. Эта тактика работает. Зефир против. Это жесть. Да, на такой силе, конечно. Ну, землеройка у него уже есть. Это однозначно плюс. Так, окей, поехали. Чик. Асура. Неплохо. Сердцеедка.
Фрея. Ну, видите, работает, работает. Суккуб. Атлант. Валька. Интересно, сколько мы там? Дракос. Трифит. Вот так вот, ребят. Сколько мы там слизней собрали уже? 11-15. Ну, в принципе, да, тут мы успеваем. Так, блин, надо королева ос. Мне она сегодня выпала, мы должны ее и здесь выбить. Землеройку-то мы вытащили. Рино. Надо еще и Фоба, надо еще и оккультист. Малыш Ник. Леди Лео. Просто, просто вот так вот чпокнули мы, ребятушки, этот рандомчик. Поздравляю, у тебя есть еще один новый с последних героев. Вот так вот, ребятушки. Блин, аж закашлялся от радости. Поздравляю, фулл коллекционер тебя ждет, по сути. Еще и попробуем вытащить мутантика. Отлично. Так, нам осталось, ребят, с вами вытащить... Всего-то ничего. Афинка. Асура. Видите, как пошло на букву А все. Тыква. Ну, рандомчик, давай. Паладин. Мега имба. Суккуб. Еще круче. Куда уже круче. Блин, нам надо Фобу вытащить. Оккультиста. И вообще будет огонь. Так, события. Коллекционер. Фуловый Коля собрали без проблем. Так, давайте в рандомчик. Так, поехали. Шанс слева, как обычно. Вот реально королева ос сейчас очень круто падает. Я не знаю, почему так, но шанс на нее просто... Вот, кому не ролю, блин, всегда она падает. Правда, дно герой, но все равно недостающий, как-никак. Так, окей, поехали. Надо Фоба, надо опять 5 слотов. Ну, ничего страшного. Тессочка. Фоба, оккультист. Вот это то, чего не хватает еще. Друид. Друидище. Ара. Ну, давай, сердцеедка. Фоба, приди. Нам нужен Фобушка. И опять Ара. И опять фея. Да что это такое? Раз, два, Рибит. Три, Паладин. Да. Ну... В принципе, все, что мог, то и сделал. Коллекционера собрали. Плюшки, в принципе, мы тоже все собрали. Отлично. Забираем, что там у него еще осталось. Карты остались, расходники. Так, события, коллекционер. Забрали, поехали, попробуем, ребятушки, вытащить ему Супер Пета. Супер Пьета. Вот так вот. И вот так вот. Окей, не понял. Вот. Рост, волчонок-мутант. Ну что, поздравляю, у тебя есть волчик. Еще один. Обычный волк. У него, кстати, его не было. Обалдеть. Ну, вот так вот, ребятушки. Затащили мы ему супер... Супер питомцев, плюс 2 супер пэта, один из них мутант. Ну что, поздравляю. Можешь там улучшать. Вот смотрите, какой мутантик. Разница, да ничего себе. Да даже обычный тоже неплохой. Атака 2800. Посмотрите разницу, да, статов. 60, ну разница в статах просто бешеная. В 2 раза мутант круче обычного питомца. Вот так вот. Так, окей, поехали по героям, посмотрим. Фобу не вытащили, к сожалению. Ну, королева ос и землеройка. Блин, классный аккаунт бездонатный.
неплохо герои собираются, я вам скажу. Смотрите, космо в загашнике уже. Обалдеть. Так, землеройка есть. И королева ос у него тоже уже есть. Отлично. Что там у нас по плюхам? Ну, по плюхам тут понятно, тут фигня всякая. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки на роллинги, кому надо, под коллекционера. Всем удачи, всем пока.